Виктория, очень приятно сегодня поближе с вами познакомиться. Сегодня вы вместе со своим супругом. Знакомьте меня, пожалуйста, и телезрителей. Это мой муж Сергей. Мы уже больше 10 лет вместе. В браке мы, наверное, где-то около 5 лет, да? Чем вы занимаетесь? Я знаю, что вы вместе и живете, и работаете. Вам удобно и хорошо вместе. Да, мы частные предприниматели, мы сотрудничаем с немецкой компанией прямых продаж. Это производитель высококачественной продукции в сфере красоты и здоровья. Нам это нравится, потому что мы можем вместе работать, мы можем вместе планировать свой график, можем вместе путешествовать. И это очень здорово, и здесь есть такой элемент саморазвития, который постоянно не дает нам, скажем так, на разных уровнях быть. И мы постоянно, скажем так, в теме. Наш семейный бизнес, да. Виктория, почему вы выбрали это направление? Почему вам нравится? В компании есть несколько уникальных факторов. Один из них – это, понятное дело, произведено в Германии. То есть у нас очень большой ассортимент товаров, красоты и здоровья. У нас есть звездная концепция. Это очень интересно, потому что компания сотрудничает, сделала линейку некоторых продуктов, которые подвязаны под имя всемирного там, Брюса Виллиса известного. Есть топ-модель Каролина Куркова и там еще ряд звезд. Они совместно с компанией выпускают этот бренд. То есть можно купить парфюмерную линейку под брендом Брюс Виллис. Ее можно купить только в компании LR. Вы пользуетесь этой линейкой? Конечно, это мой аромат. Самое первое, что мы сделали, проверили качество. Подтвердилось еще раз, что Германия – это качество. Поэтому у меня все, что есть в LR, я этим всем пользуюсь с удовольствием. У нас была очень такая уникальная возможность. Нас компания пригласила на 30-летие. Она в Европе уже 30 лет знаменита. Был день рождения, это было очень грандиозное масштабное мероприятие. И у нас была возможность лично увидеть Брюса Виллиса со своей супругой Эммой и Каролину Куркову и всех этих звезд, которые представляют и сотрудничают с компанией. Это было незабываемо и на всю жизнь, наверное, запомнилось. Чего вы достигли лично за 2,5 года? Первые месяцы не было каких-то значительных результатов, в принципе, как и в любом бизнесе. Да, у нас есть уже автомобиль от компании, мы уже несколько раз были за счет компании в Германии. У нас есть неплохой доход, но самое интересное, что у нас есть четкие цели, к которым мы идем, и мы уверены, что мы к ним придем. В вашей команде много людей? Да, достаточно много, и у нас бизнес международный, и у нас есть часть нашей команды в Польше, есть в Греции, есть в Голландии, есть в России, ну, Таджикистан, Молдова. Везде, где. Как создать хорошую, дружную команду, которая все вместе, все дружно будут достигать какого-то высокого результата? У вас есть какие-то секреты? На самом деле секрет очень прост. В нашем бизнесе мы должны показывать пример. Здесь нет каких-то рычагов управления, да, потому что мы не нанимаем людей, мы сотрудничаем. То есть это бизнес-партнерство. И поэтому единственное, как мы можем мотивировать партнерам, это собственным примером. Когда мы получаем какие-то результаты, в том числе финансовые, обычно это мотивирует людей, и мы готовы помочь нашим партнерам сделать то же самое. Где могла бы я, например, познакомиться с продукцией компании LR? У нас есть несколько вариантов сотрудничества, скажем так. Первый вариант – это вы можете прийти и познакомиться с продуктом. Это Комсомольская, 29. У нас есть наш офис LR, где есть выставочный стенд, где можно посмотреть, протестировать на себе. Второй момент сотрудничества – это вы можете стать VIP-клиентом компании со своим дисконтом. Ну и есть, конечно же, серьезная модель бизнеса, как в нашем случае это сработало. Если вам интересно этот вид предпринимательства, то мы готовы поделиться своими результатами, поделиться своими уже какими-то достижениями, знаниями и помочь развивать этот бизнес вместе с нами. А насколько сложно начать бизнес в вашей команде? Вы знаете, бизнес начать очень просто. Для этого не нужно каких-то серьезных капиталовложений, и это одновременно является и проблемой. Да, потому что многие люди приходят изначально несерьезно настроены. Поэтому у нас есть определенные рекомендации, как начинать бизнес. Да, мы рекомендуем людям, которые стартуют в нашем бизнесе, конечно, начать пользоваться продукцией, чтобы убедиться в качестве. Да, и это должен быть широкий ассортимент, ну, минимум 20 продуктов себе домой. И второе, нужно, конечно, пройти систему обучения, нужно посетить тренинг, ну и начать действовать. Поэтому я считаю, что начать бизнес LR очень просто. Главное – желание. Чем будет выгодно, интересно сотрудничество лично с вами? В Днепропетровске у нас организована система событий и система мероприятий обучающих. У нас есть открытые продуктовые дни для клиентов. Мы принимаем опыт у партнеров напрямую из Германии. Это, скажем так, самые успешные партнеры компании. Это 30-летний опыт. И я считаю, что в нашей команде мы можем дать
полностью поддержку от с нуля и до результата. И у нас есть все инструменты для того, чтобы человек состоялся в этом бизнесе. Виктория, сегодня вы будете героиней программы «Перевоплощение». Я вижу перед собой очень красивую, стильную молодую женщину. Чем мы можем быть вам полезны? Знаете, для меня это новый опыт. Участие в вашей передаче. Спасибо вам за это. Потому что в обыденной жизни нас как-то вот что-то засасывает, какую-то серость немножко. Хочется каких-то новых эмоций, позитивных эмоций, новых ощущений, новых образов. И я знаю, что благодаря вашей передаче, я думаю, что я это получу. Сергей, вы не против, если Виктория немножко поменяет свой образ, получит новые впечатления? Нет, я только за. Вы будете наблюдать? Конечно, я с нетерпением жду результата.